Две копейки, 1894 год. На реверсе видно разделение монеты на центральный диск с кольцом из точек и внешнее кольцо. В центре между двумя пятиконечными звездочками указан номинал монеты, цифра 2. Под ней надпись «Копейки». Ниже под горизонтальным разделительным орнаментом с кружком в центре мелко буквы «С.П.Б.» знак Санкт-Петербургского монетного двора. На внешнем кольце вверху полукругом вдавленная дата чеканки 1894 и надпись года. Внизу слева лавровая ветвь, справа дубовая. Внизу ветви связаны бантом в единый венок. На аверсе в центре малый государственный герб Российской империи образца 1856 года. Под большой имперской короной двуглавый орел, коронованный двумя императорскими коронами. Все три короны соединены орденской лентой святого апостола Андрея Первозванного и символизируют три покоренных царства – Казанское, Астраханское и Сибирское. На груди орла московский герб, щит с изображением святого Георгия Победоносца, копьем поражающего змея. Вокруг щита цепь ордена святого апостола Андрея Первозванного. На поднятых и распущенных крыльях орла изображены гербы царств Казанского, Польского, Херсонеса Таврического, соединенные в один гербы великих княжеств Киевского, Владимирского и Новгородского, царства Астраханского, Сибирского, Грузинского и Великого княжества Финляндского. В правой лапе орла скипетр, в левой держава, символы государственной власти. Вокруг герба широкий обод, состоящий из двух частей, соединенных вместе ромбовидным узором. В верхней части выпуклая надпись «Медная российская монета», в нижней вдавленная надпись «Две копейки», «Гур трубчатый». Монета образца 1867 года чеканилась из меди на Санкт-Петербургском монетном дворе, тиражом 8 миллионов 600 тысяч штук. Вес монеты 6,65 грамма, диаметр 24,1-24,3 миллиметра, толщина 2 миллиметра, средняя цена 1100 рублей. Конкретно эта монета куплена за 130 рублей.